Здравствуйте, уважаемые телезрители! У вас в гостях научно-образовательный тележурнал «Ученые записки». Смотрите в сегодняшнем выпуске. Три кита науки. ВУЗ, Академия, Практика. Успешный опыт сотрудничества томских ученых. Необычные свойства минералов. Чароит, малахит, лазурит и другие. Занимательная наука. Волшебная палочка или вечный двигатель. Толковый словарь. Что такое бонсай? А сибирский бонсай? Чистота русского языка. За и против. Дискуссия продолжается. В научную работу, о которой мы сейчас вам расскажем, вовлечены специалисты самых разных научных направлений. Это физики, биологи, медики. Конечно, поначалу им было сложно найти общее понимание проблемы, общий язык и существует они материалов, но зато потом они смогли сделать настоящий прорыв. Кафедра физиологии человека и животных – одна из старейших в ТГУ. Скоро ей исполнится 120 лет. Здесь работают 5 профессоров, докторов наук, 4 доцента и старший преподаватель. Основное направление работы – изучение механизмов адаптации животных и человека к неблагоприятным воздействиям. Сложились многолетние контакты с университетами Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Кемерово, Томским медуниверситетом, институтами онкологии, фармакологии, кардиологии и курортологии. Чем хороши эти контакты? По сути дела, на кафедре ведь имеется только научное оборудование, и оно в известной степени устаревшее. А вот и вот эти творческие контакты, они обоюдно выгодны. Значит, наши студенты имеют возможность выполнять работы на самом современном оборудовании, участвовать в выполнении важных, серьезных проектов. Вот, ну, в области, например, онкологии и так далее. Но, с другой стороны, мы имеем возможность готовить для этих НИИ специалистов, ориентированных на решение тех задач, варьируя спецкурсы, мы готовим специалистов, которые уже, так сказать, могут решать те задачи, которые ставятся там. НИИ онкологии юбилей уже отметил. Ему исполнилось 25 лет. Здесь занимаются фундаментальными исследованиями, без которых невозможно внедрение. В Томске были созданы и работали первые лучевые аппараты в стране. По прогнозам, хирургический метод лечения онкологических заболеваний уступит место проверенным фармакологии и лучевой терапии. У нас ведется такая тематика, она, в общем, приоритетная для нашей, для России, для мира, приоритетная в том плане, что мы пытаемся выявить генетическую предрасположенность и различия в этой генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям именно на территории Сибири и Дальнего Востока с учетом этнического разнообразия народностей, которые населяют наш регион. Мы находимся в Институте сильноточной электроники. Здесь широкий спектр электрофизических установок. Они отличаются параметрами, назначением, возможностями. Одно из новых приложений – медико-биологическое. Установка, которая позади меня, это рентгеновский источник. Вот это вот. Он предназначен у нас для того, чтобы выполнять серию экспериментов, исследований с биологами и медиками. Здесь мы нащупали весьма интересные эффекты. И эти эффекты очень обещающие, они имеют фундаментальный характер. И мы надеемся, будет иметь прикладной характер, поскольку речь идет о возможности торможения деления быстро деляющихся клеток, таких как опухолевые клетки. Сотрудничество физиков и биологов началось в 1999 году. Сергей Петрович Бугаев поставил задачу – найти новое применение уникальной техники, разработанной в институте. Мировой опыт показал перспективность такого подхода. Первые исследования проводили на дрозофилах. Затем перешли на мышей. Установили, что импульсно-периодические излучения установок могут останавливать развитие. А ведь во время развития происходит интенсивное деление. Мы предположили, что вообще этот тип излучения, он более эффективно будет влиять на быстро деляющиеся клетки и процессы, протекающие в этих условиях. Мы решили попробовать, будет ли оказывать влияние эти излучения на такие типы клеточного деления, как опухолевое деление. И оказалось, да, действительно,
это излучение, либо импульсно-периодическое рентгеновское излучение, либо импульсно-периодическое микроволновое излучение, вот генератор, который представлен здесь, оно может влиять на протекание деления в опухолевых клетках, причем в определенных случаях эффект заключается в том, что это деление останавливается. Исследования продолжаются. Они крайне важны для ученых, врачей, пациентов. В мире это осознали давно. Не случайно в бюджете США более трети денег идет на финансирование биологических проблем. При пожаре японские самураи выносили самое ценное, что было у них в доме – бонсай. Ведь этим растениям десятки, даже сотни лет. Бонсай, с которым мы сейчас познакомимся, никуда выносить не надо. Растет он в парке и создан из хорошо знакомых нам сибирских растений. На большой территории Центрального сибирского ботанического сада есть удивительный уголок – бонсай-парк. Он заложен в 1998 году. Создатель и ангел-хранитель, кандидат наук, дизайнер Юрий Овчинников. Как всегда, в силу природной скромности он отказывается от интервью, поэтому погуляем в одиночестве. Площадь парка невелика, всего 2 гектара, но впечатлений масса, и мы сейчас с вами в этом убедимся. Дорожки разбегаются, приглашая посетить все уголки, ведь в каждом из них притаилось что-то интересное и необычное. Вот шары, сделанные из разных материалов. А слышите звон? Он усиливается при ветре. Это отгоняет злых духов, подвески фунлинь, как предписывает восточная мудрость фэншуй. Здесь нет случайных деталей, все тщательно продумано. Каждый камень, каждая коряга, каждая травинка участвует в создании единой композиции. Юра делает шедевры из, казалось бы, совершенно неподходящих предметов. Когда бы вы знали, из какого сора? В бонсай-парке есть водоем с островами и ручьями. Пруд в старой жизни был болотом, а сегодня проточность и чистоту воды обеспечивает ручей. На лето в пруд выпускают более сотни золотых рыбок. Они живут и резвятся на свободе, а зимой возвращаются в аквариумы-оранжереи. Еще одно чудо – миниатюрные деревца. Некоторые абсолютно морозостойкие, ведь их формируют из местных растений. Ель, лиственница, сосна, клен, можжевельник, туя, даже яблоня. Летом же в бонсай-парке можно увидеть и теплолюбивые растения из оранжереи. Всего их, только представьте, более 2000 видов форм и сортов. По берегам пруда можно ходить часами, находя все новые и новые виды. Знакомые рассказывали, что за день сделали в бонсай-парке более 2000 снимков. Ничего удивительного. Юра Овчинников считает, что при создании сада крайне важно работать с рельефом. Плоские участки всегда скучные. Если надо, создает рельеф искусственно. Есть такой прием – геоплатика. Вынутый грунт служит материалом для создания холма. В результате получается интересный и красивый рельеф. Появляются ложбины и холмы, водоемы и гроты, тенистые и сухие уголки. А главное, сад всегда меняется. Разное время года, разная погода, освещение, плюс постоянное обновление. Сад можно лишь начать делать, закончить невозможно. Опыты, которые показывают в Томском политехническом университете, настоящая головоломка. Попробуйте решить ее сами. Все дети верят в волшебную палочку. У меня тоже есть волшебная палочка. Она необычная, и с помощью нее мы сейчас посмотрим опыт.
Говорят, что вечных двигателей не существует. Но мы сейчас с вами опровергнем это с помощью все той же нашей волшебной палочки. Этот опыт основан на индуцировании зарядов, а вечных двигателей, к сожалению, пока не существует. Продолжает наша программа экскурсия по залам Центрального сибирского геологического музея. Здесь хранится уникальная коллекция цветного камня – чароита, малахита, лазурита. Она уникальна как по красоте, так и по систематической принадлежности. Чароит – камень-загадка. Самый последний минерал, который был найден в большом количестве. Ежегодно находят около 50 разных минералов, но буквально в микродозах. Чароита нашли тонны. Вот обратите внимание, женщины, которые любят фиолетовый цвет и больше никакой другой, они по своей природе не болтливы, чтобы это очень редко. Поэтому, естественно, это камень именно молчания. Вот не случайно папа римский, Павел Иоанн II, вот такие плиты купил для своего будущего саркофага. Фиолетовые и синие цвета – самые редкие у минералов. Небесные камни считают символом философии, созерцания, медитации. У лазурита есть еще одно свойство – он покровительствует путешественникам, помогает пережить разлуку с близкими людьми. А вот посмотрите, родонит. Это всегда считался детским оберегом. В старые времена, когда мальчик рождался особенно, клали колыбельку. Правда, образец должен быть не больше самой колыбельки. Мальчик сильным, смелым вырастал и зорким, как орел. Или малахит, тоже уникальный камень, всегда считался детским оберегом. Даже более того, если женщина будет носить малахит, будет много детей. Но если мужчина будет носить много детей, то все на стороне. До сих пор олимпийский огонь зажигает с помощью кварца. Он отличается крупными правильными кристаллами. А очищать их научились уже давно. Вместо мутноватых получает чистые, как вода, кристаллы. Перед вами друза. Друза – это семейство кристаллов на одной подложке, это друза кварца. Это очень распространенный минерал, очень распространенный. Конечно, в таком прозрачном виде он встречается редко, достаточно редко. Но этот камень уникальный. В чем уникальность? Например, ну не будет кварца, не будет компьютеров, не будет оптики, не будет стекла, нельзя будет передавать энергию на расстояние. Он обладает трибоэлектрическими, пьезоэлектрическими, пироэлектрическими свойствами. Ценность его очень высока, очень высока. Как родилась эта друза? На дне моря отложилась органика. Образовались осадочные породы. Из глубины земли пошли растворы в виде магмы. Они медленно остывали и примерно через 500 000 лет образовались сросшиеся кристаллы. Если сфотографировать в электромагнитных лучах, в этом кириллиан, видна такая аура, вот тут оранжевый шарик, так идут лучи. Замерьте здесь температуру, она будет больше, чем, например, с этой стороны. Он всегда холодный. Вот пощупайте, он всегда холодный. Камень снимает стресс, ну, вот такой, когда на голову пойдет. Естественно, сразу снимет все стрессы. Камень, на самом деле, уникальный. То есть используется очень и очень широко. Каждому веществу при данной температуре соответствует определенная атомная структура. Причем 4400 минералов имеют кристаллическую структуру. Лишь 40 являются аморфными. Так что мы живем в мире кристаллов. А самые красивые, самые яркие из них давно уже являются талисманами человека. Меняется все в наш век перемен. Меняется звук, меняется слог. А как меняется и нужны ли эти изменения? Размышляют студенты-филологи Томского государственного университета. Мат, сленг, заимствование. Нужны ли они на самом деле?
язык выполняет главную задачу – коммуникативную, осуществлять общение. Поэтому, если им удобно общаться в какой-то среде, используя определенную лексику, определенные модели, определенные формы выражения, то значит, язык выполнил свою задачу, значит, эти формы имеют право на существование в этой среде. Когда они приходят в аудиторию, это показатель того, что они осознают четко, что с ними в данный момент происходит. Они не используют данную лексику. Вот, они и предложения по-другому выстраивают, не только в лексическом фоне тут проблема. Вот. Язык – это система саморегулирующая, то есть ну, влиять на нее искусственно как-то очень сложно, ну, наверное, не нужно и невозможно. А то те процессы, которые в нем происходят, они от нас не зависят. Люди ругаются, когда хотят выплеснуть свои эмоции, негативные, как правило. И в этом положительное влияние, ну, так сказать, положительный эффект ругания, это есть такое. Есть фатическая функция, это функция узнавания своего. То есть мы с тобой одной крови, это называется. И поэтому, я думаю, так широко сейчас мат у нас, ну, употребляет и интеллигенция. Я не говорю, что русский мат – это хорошо. Он просто живет, он существует, и никуда мы от него деться не можем. Мат – русское слово, и мы до сих пор говорим «кричать благим матом». Мат – это голос, голос, громкий голос. Истоки древнейшие, они связаны с язычеством, с культом матери земли, плодородия. И поэтому матерщина, вот, она звучала прежде всего когда? При севе, при жатве, на свадьбе. Молодым, если желали добра, плодородия, их обязательно надо было отматерить. Наше самое популярное слово, наверное, то, что пишут на заборах из трех букв, ближайший родственник – это слово «хвоя» в русском языке. Это слова одного корня. Вы знаете, я приезжая студентка, и в моем городе, в городе Улан-Удэ, Республики Бурятия, вопросом вот, нецензурной речи, брани, было найдено, ну, я сказала бы, нестандартное решение. Местные власти совместно с Союзом учителей, с различными организациями организовали день брани, это день без брани, который происходил вот весной прошлого года, 2006-го. И даже были, ну, шуточные штрафы на улицах города, это вполне реальный факт был. По поводу русского мата. Он существует издавна, то есть в русском языке он не вчера появился, и даже мы знаем, что великие даже писатели Пушкин, Лермонтов, они все были такие приличные матершинники и использовали нецензурную брань, и даже писали нецензурные там стихи, которые даже сейчас мы можем найти на полках магазинов. Это на самом деле так. Я считаю, что свою речь можно контролировать и даже нужно контролировать в некоторых ситуациях. В данный момент и можно говорить о культурности человека, о культуре его речи и поведения. И в данном случае мы можем сказать, человек, который может контролировать свою речь, соответственно, свое поведение, это и есть культурный человек. На сегодня это все. Смотрите в следующем выпуске. Институт фармакологии в лучших традициях. Занимательная наука. Гидродинамика в нашей жизни. Сальвадор Дали, как зеркало научной мысли. Рождены в лаборатории. Синтез искусственных драгоценных камней. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Мы благодарим вас за внимание и желаем всего самого доброго. Увидимся через неделю. С вами была программа «Ученые записки».